Щучинске завершился первый этап Кубка Казахстана по биатлону. По итогам первого дня соревнований мужчины выступили на дистанции 7,5 километров. Лидером стал Антон Башкиров из Акмолинской области. Он добрался до финиша за 20 минут и 40 секунд. Елизавета Белецкая два дня подряд лидировала среди женщин на дистанции 6 километров. Среди юниоров победил Владислав Малыков и Яна Чупик из Алматинской области. В Кубке Республики по биатлону соревновались представители 8 областей. Всего выступило более 100 спортсменов. Второй тур пройдет в декабре. По итогам двух этапов станут известны участники зимней юношеской олимпиады.